Братья, сдержащих обо всюду православных.
Господа помолимся. Благослови вы пять хлебов, и пять тысяч насытив, и сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и елей, умножи сия во граде сем, и во всем храме Твоем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти. Яко ты си благословляй, освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначалем Твоим Отцем и Святым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веку. Oh,
дыхание да хвалит Господа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, седай на херувимах и восстави вы силу Твоего Сына Господа нашего Иисуса Христа, да спасет мир крестом и погребением, воскресением Своим Его же ныне пришедшая в Иерусалим на вольную страсть. Люди, сидящие во тьме, и сине смертные, приемшие воскресение знамени, ветви древес и ваяфиник, воскресение знаменующее святоша. Сам Владыка и нас по подражанию у них предпразднественный сей день ваи и ветви древес в руках носящих. Соблюди и сохрани, да яко же они и народе, и дети отца на тебе приношаху, и мы так уж где. В пениях и песнях духовных, животворящих до тридневного воскресения достигнем, в том же Христе Иисусе Господе нашим с Ним же благословенности, со пресвятым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веку. Благословляется, освящается, ванися, как и мы, освящаемся. Yeah.
Oh,
На жеребяти осли сесть и изволи вы наше ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Твоя Матери, святых славных всех хвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, святых благоверных великих князей Бориса и Глеба, святого священного ученика Иоанна архиепископа Рижского и Латвийского чудотворца, святых праведных Бога Отец, Иоаким и Иоанн и всех ради святых, помилуй и спасет нас, яко благо человека любец. Очень значимое событие не только в церковной истории, но и значимое событие в нашей с вами жизни. Ибо после хождения Господа в Иерусалим, после славы Его из уст младенец, из уст людей, восхвалявших и удивлявшихся, дарующих Ему триумф, как полководцу, как военачальнику, ибо так встречали они Его в Иерусалиме. Мы с вами услышим горькие слова «Распни, распни его». После входа Господня в Иерусалим будет его оклеветание, осуждение, арест. Будет наказание, побиение, заушение, издевательство. Будет крестная смерть. Страшное событие для человеческого рода. И затем только его победа, борьба и тридневное воскресенье. И, стоя в преддверии Пасхи Господней, преодолевая различные трудности нашей современной с вами жизни, задумываемся, насколько действительно наше сердце искренне открыто, и наши дела, и наши слова искренне правдивы по отношению к Богу. Ведь те, кто когда-то открыто встречал Христа на улицах Иерусалима, потом предали Его, крича «Распни, распни Его!». Не будем ли мы предавать Христа своими деяниями и словами, своими действиями, мыслями, но как дети, которые в чистоте своей веры воспринимали происходящее и случающееся тогда в Иерусалиме, встречали чистым сердцем и ликованием со словами «Осанна сыну Давидову», то есть «Слава!». Благословен грех во имя Господне, Бог Господь здесь нам. Я хочу пожелать всем нам с вами вот этого явления Божьего в нашей с вами жизни, чтобы действительно Господь явился через события, через свои методы, свои способы общения с человеком, явился бы нам, чтобы мы действительно соделались бы теми людьми, кто ожидает Христа, кто в ожидании своем не преувеличивает ни свои возможности, но ждет Бога в основании своей жизни и видит Бога в основании своей жизни. Я поздравляю вас со святым вечером сегодняшним и благодарю вас за ваши святые молитвы. Храни вас всех Господь, ангел-хранитель, помощь.